Роман. У нас сегодня на обзоре вот такой лофтовый бетон, но с трещинами, как штукатурки. Эту фактуру я наносил штукатуркой Antique Decor Mini компании Freedal. Нанес полностью все ровненько и просто шпателем банально процарапал углубление. Немножко подкатал валиком, чтобы эти углубления имели такой нечеткий вид. И потом опять пригладил, сделал гладенько. Чуть-чуть подшкурил я 180-й наждачкой и закатал все серым матлатексом. Тоже компании Freedal. Потом я сделал светло-серый и темно-серый матлатекс, то есть две краски, и шпательком их наносил. Но для эффекта вот такого поблескивания я в этот матлатекс добавил жидкого металла, тоже компании Freedal. Вот, добавил совсем немножко, и он такой по верхушкам заблестел, и получилось такое полуматовое, полуглянцевое покрытие. То есть оно такое имеет эффект, как бы немножко потасканное, такого лофтового, старенького. Наносилось все очень просто. Вот я здесь специально не растянул одну деталюшку, просто взял на шпатель небольшое количество и вдавил и растянул, но вот здесь пошло такой рябью. Если вот здесь я наносил также, допустим, и добавил поверху еще серенького, то оно получило вот такой типа недомесик, то есть серое с темно-серым. Вот вы видите, здесь пришло пятно вниз, и отсюда я уже потянул светлым. И оно вот так не домешалось. Очень шикарно, очень красиво получилось такой лофтовый эффект. Как видите, вот отблески по верхам алюминия. Видно структуру самого Antique Decor Mini в этих вот впадинах. Можно делать и покрупнее, и островами, и просто гладненькое. Ну, думаю, если бы подготовить стеночку просто шпаклевкой и нанести вот с таким эффектом, тоже будет неплохо. Следующий будет такой прям бетон-бетон, но по-своему современный из-за этих алюминиевых отблесков. Ну и всем, кому нравится такой вот лофтик, такой бетон, ставьте лайки. Обязательно напишите в комментариях, что именно вам понравилось. Ну а кому, если что-то не понравилось, тоже напишите. И до новых встреч. Делайте красиво и живите богато.